В Минздраве России рассказали об альтернативах пробы МАНТУ после предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой разрешить родителям отказываться от этой процедуры для своих детей. Специалисты утвердили несколько возможных вариантов тестирования, включая не только пробу МАНТУ, но и тестирование с использованием диаскин-теста и Т-теста. Результаты каждого из этих тестов будут признаваться достаточными для приема ребенка в дошкольное учреждение, сказал Интерфаксу официальный представитель Минздрава Олег Салагай. Ранее уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Минздрав с предложением разрешить родителям отказываться от пробы МАНТУ. Омбудсмен предложила возможность заменить эту пробу, чтобы каждый мог выбирать, исходя из собственных познаний или убеждений.